Всем привет, дорогие друзья, с вами Andrew Five и игра Total Club Manager 2005, карьера за футбольный клуб ЦСКА. После продолжительного отсутствия на канале вот появляется видео сегодня про матч Лиги Чемпионов против Монако. Так получилось, что практически год я не выпускал никакие видюхи по тем или иным обстоятельствам, но ваши положительные комментарии, отзывы, которые вы оставляли под разного рода видео, подтолкнули меня продолжить записывать именно эту рубрику. Нет, ничего больше, вот только карьера за ЦСКА в игре Total Club Manager. Почему мне это интересно? Ну, потому что друзья, которые смотрели мои видео, не писали комментарии, они просто говорили, что у тебя неплохо получается именно эта игра, продолжай снимать. Почему нет-то? И поэтому я решил продолжить возобновить. Я сыграл 3 матча, записывал видео предыдущее, вот, которое хотел выпустить. Но так получилось, что, ну да, вот, 2 матча против Краснодара, против Ростова. И с Монако мы сыграли в ничью в прошлом туре. Вот, но так получилось, что видео почему-то не записалось, и поэтому... Поэтому сейчас будем возобновлять эту вещь. Возобновлять карьеру за ЦСКА. Ну что ж, сейчас сохранимся. И давайте сыграем наш матч. Мы видим, что у нас тут, наверное, небольшие проблемы с защитной линией, поэтому Ерошку все-таки я поставлю опорником. И давайте начнем этот матч. Наверное, помню, что я играю мгновенный матч. И мы даже выигрываем. Так, наверное, я выпущу Лукаша Подольски. 3-0 мы побеждаем в этом матче. Мы продолжаем возглавлять эту группу. Ну да, мы видим, что... Прошу прощения, что... Как бы мы не сыграли, мы уже как минимум со второго места мы выйдем. Вот следующий матч против Манчестер Юнайтед будет решающим за того, кто будет возглавлять турнирную таблицу. Ага, матч у нас против Алании. Боже мой, где же ты, Алания? Где же ты, где? Давайте, наверное, вот так вот все-таки сделаем. Вернем в состав. А что у нас там куча дёди на ЛВМ? Да, никак не хочет. И лучше Подольски вместо Вагнерлава. Сохраняемся. Зачем ты сохраняешься перед каждым матчем? Это бесит, раздражает. Ну, я сохраняюсь по разным роду причинам. Так как все-таки игра идет в системе Windows XP, она может вылететь, но она надо, она нам не надо. И начнем этот матч. 4-0 уже после первого тайма. Да, дадим Чидиоде наиграться на позицию. Можем дать... Да, дадим Роме Еременко сыграть, во-первых. Это, во-первых... Да, мы можем, в принципе... Денис Володин, это только Ам. Да, это только Ам. Ерошка, а ты? Ну, вот, у нас только кем не был. Ну. Давайте сыграем в одного форварда. Даже не вот так вот. 5-1. Победа. Сычев, Ерошек, Подольский, Сычев, Себастьян Мело. Таким образом мы на 4 очка отрываемся. Следующий матч против футбольного клуба Матского. Команда Дня Сычев, мы видим даже наилучший игрок тура, Себастьян Мило, Андрей Аршавин,
Да, не уверен, что, я уверен, что если бы ты говоришь, что моя карьера зашквар. Ну, там вместе. Ставит на нас, что мы победим в матче с футбольным клубом Москва. Сергей Рыжих. Сколько ему лет, интересно. Сейчас посмотрим. Там сценарий Хабаровск, кажется. Лет, ну нет, все-таки было бы 20-21, я бы еще подумал. Так вот этот голкипер меня точно не подписал. Сколько они из него хотят? Поэтому чем больше предложат, тем лучше будет. Два. Мало, понятно. Но он типа крутой голкипер, перспективный считается. У нас там скоро матч. Сейчас, наверное, нам скоро дадут состав выбрать на матч сборной. Мы там со Словакией, кажется, играем. Уже все это позабылось. А все, что не забылось, все уже и не помнится. Да, о, боже мой. Мать моя женщина. Ну, давайте. Голкиперы так оставляем. Я в шоке. Во-первых, нам нужен опорник. Андрей Соломатин. Может и фланговых защитников сыграть. Нам нужно 3 центральных защитника. Рюкмор, Романов. Нет, я могу и на шейте, в принципе, вызвать. Шерков что-то подсдал. Шов там играешь. Один с матча. Ставим. Панов тоже. Поэтому Булыкин. Маськов. На чем с ЛП? Вот что-то как-то в этой игре, что мне не нравится, не развиваются особо ЛПшники. Ставных нету. Да, обидно, такая травма. Вот, кажется, мы не с Эстонией мы играем. Я еще раз говорю, не могу я всего запомнить, с кем, чего и что играем в матче. Потихоньку Тима Бутоков. Ну, должен возвращаться к кондициям. Давайте Оливера. Оливера Окоакона. Не знаю, как точно читается его фамилия, поэтому буду читать, как я вижу, как я привык. Поэтому, если вдруг я вижу фанатов этого игрока, надо бежаться. Матч против футбольного клуба Москва. Если как разобраться. Не знаю. Ничья Ваня, 2-1. 2-1. И... так. Выпускаем Варнера. Дайте Женьке Андонину дадим шанс. 3-1. Выиграем, слава богу. И Оливер не подвел нас, и Вагнер еще один подклепал. Вы знаете, отрывчик-то уже растет. 18 туров мы сыграем, а уже с 19 тура это после Нового года. Да, Глав на третьем месте лучших бомбардиров. Ну, вот Симак в команде недели первый раз. Почему Симак является моим любимым футболистом? Он, в принципе, являлся моим любимым футболистом не в этой игре. Я неправильно выразился, я видел, что я не так сказал. Он являлся, так как он завершил карьеру. Нет, я обожаю очень Сергея Богдановича. И если так по-честному, вот моя мечта – это вот встретиться, пожать руку, пообщаться, спросить, там есть парочку вопросов, которые я хотел задать. Вот. Но я живу в простом городе Воронеже, он сейчас тренирует
футбольный клуб Уфа, и поэтому нет такой возможности. Хотя, честно скажу, очень-очень жаль. Я очень хотел бы с ним пообщаться. Человек, которого я очень сильно, вот как футболиста, как человека, как капитана, я его очень уважаю. Поэтому, когда в футбольных матчах, да, в дворе, да, цыгаем, я продолжу свою умную мысль, как я считаю. Чё, Коноплёв или, может быть, Форбига, Булкин, допустим. 3-1, Булкин дубль. Угадал. И у нас одинаковое количество очков, но мы помним, как мы разгромили Португалию. Португалия была бита 7-1. Так вот, и разочаровало. Когда я стал капитаном уже ударом в футболе, я всегда брал с него пример. Мне хотелось быть вот каким был Симак капитаном в футбольном поле, таким мне хотелось быть капитаном на футбольном поле. Но так вот получилось. Нет, не то, что я там был каким-то козлом и сволочью на футбольном капитане. Нет, я был таким добропорядочным игроком. Ну, не будем о грустном. Дело давно у меня ничего. Не, а у нас сейчас, давайте, Женя, удобно, не дадим сыграть. Пускай он умрет, что-то как-то ержа. А сколько Алдонину лет? 24. Ну, вот надо давать дорогу с таким молодым. Не забывать про Ерошу, когда... И ротор нас обыгрывает. О, боже, бог ты мой. Удаление Карвальо. О, нет, плохая игра Карвальо. Дайте мы, наверное, все-таки Вагнера выпустим. Да, ротор нас обыгрывает. Удаление Оливера Акауна. И, да, то вчера очка, это не то, но первое поражение от ротора. Обидно. Ну, ничего. Ну, да, мы видим, что тут. Обидно. Ой, матч против Манчестер Юнайтед. Наверное, сейчас я сыграю матч против Манчестера. И, наверное, будем на этом мы заканчивать. Формация. Так. Давайте Вагнера все-таки. И, блин, Ерошка, что ли, просто. Что-то как-то удобно не лучше, там мы проиграли. Так, а что у нас по тактикам? Да, вот так оставляем, в принципе. Ну, мне кажется, в Манчестере у нас в этот раз не будет особо шансов. Ну, еще раз говорю, для нас уже, в принципе, это не особо роль играет. Мы умираем по нулям, что меня не может не радовать. Блин, вот что, как сделать? Давайте Сычеву дадим. Да, 1-0 в конце Уэйна Руни, 83-я минута. Обидно. Блин, ну, видим. 10-12, последний тур с ПСВ Эндховеном, который мы обыграли. Дмитрий Парфенов. Переходит в футбольный клуб Москва, я так понимаю. Сессия раздачи. Ну вот у нас, в принципе, вот матч против Зенита. Национальный играет в следующем году. И календарь. Зенит. Абди Габриэла, вот 4 матча. Ну, это уже будет следующая серия. На сегодня это все. С вами был Andrew Five. Приятного вам просмотра. Не забываем ставить лайки. Прокомментируйте, напишите, рады ли вы тому, что ну, вообще на канале появилось видео после долгого отсутствия. И рады ли вы, что именно вот к
карьера за футбольный клуб ЦСКА, выиграл тот клуб менеджер 2005, она вот как бы продолжение есть. Напишите об этом, мне как бы будет очень приятно. Ну и как бы, если вам нравится мое видео, ну, зовите друзей, покажите им мое видео. Что-то типа того. На сегодня это все. Пока-пока.